Идем, я тебя подброшу. Куда нам ехать? Помнишь, на въезде в долину был небольшой лагерь? Да, помню. Это, по-твоему, байк? Может, не такой крутой, как у намадов, но ездит. Садись. Пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо. Гнездо Фрика. Как она там? Девчонка, которую я привел, Лиза! А ты меня отведешь к ней? Нет. Не понял, Рики, что за дела? Почему нет? Не могу, ее тут нет. Стоп, стоп, я что-то не понял. Куда она делась? Пару дней назад Шиза назначил ее в команду собирателей. Она и еще трое ребят пошли в Кэмп Роук за припасами. Вернулись без нее. Ты хочешь сказать, они бросили ее? Бросили ее водище? Никого они не бросали. Убежала она. Господи! А дальше кто знает? Волки, фрики, упокоители. Выбирай на вкус. Чем Ши задумал? Нахрена он послал ее за припасами? Все должны работать. Так у нас заведено, и ты это знаешь. Просто не верится. В Мэрион Форкс, где я ее нашел, она продержалась несколько лет. Да, может, не надо было ее оттуда забирать? Кто здесь? А ну, вали, пока я тебе башку не отстрелил. Это я. Стой, назад! О. Эй. Эй, привет, я Рики. Ты меня помнишь? Я год назад вместе с вами была. Рик, да, в Тумуа? Да. Это между Тумуа и Лос-Лейк? Да, да. Подожди. Ты вспомнил, как себя чувствуешь? Бухарь, ничего? Да, зашибись. И все равно ты не имел никакого права нас грабить. Прикалываешься? Ты его руку видела? Что мне было делать? Ну, не знаю. Попросить по-хорошему. Господи. Тоже мне грозные байкеры. Самые крутые намады на все одище. И вот приползли на брюхе к Майку. А стоп, если вас впустят. Короче, ведем пока его к Эдди. Пошли. Давай, встаем. Руки убери. Рики. Ну да, Рики. Стоп, а мы вообще куда? Эдди сказала, она посмотрит твою руку. Попробует тебя подлечить. Что? Нет! Нет, не поеду я ни в какой лагерь. Нахрен мне это надо? Да и... Это всего на несколько дней. Она даст тебе какие-нибудь лекарства, и потом... Нет, сам знаешь, что там за жизнь. Да ты все перепутал. Это не Hot Springs, это Lost Lake. Железный Майк, помнишь его? Железный Майк? Он хотел нас убить. Ты сказал? Это было давно. Они отстроились. Теперь там больше народу. И все они там подохнут. К тому времени нас уже там не будет. Там единственный врач на всю округу. Эдди, она тебе поможет. Только на пару дней. А потом уедем отсюда к черту. На север. Как ты сказал, надо убраться отсюда подальше. Да! Как думаешь? Да, поедем на север. Что-нибудь помнишь? Оставим все это в прошлом. Ну, в общем, мне бы лучше вернуться к пациенту. За ним присмотр нужен. Че, слилась? Да, ты сечешь. А сколько это? Ну, в смысле, сколько его лечить? В смысле, надолго ли ты застрял? У нас есть антибиотики, но их мало.
Если Майк вас оставит, у твоего друга есть шанс.